Следующий вопрос. Аспитру бинаясахуль башара ау юджасимуль абу. Если человек покрыл свой аурат таким образом, что виден цвет его кожи, то есть открыл прозрачную одежду так, что можно различить, это человек негр или белый и тому подобное, или смуглый, или белый, понятно или нет? Говорит, ау юджасимуль абу, или одел такую одежду, которая облегает какой-то орган, то есть ноги различаются так, или ну, сильно различаются, в общем, и тому подобное. То есть одел облегающую одежду. Такое покрывание пойдет или не пойдет? Вот этот вопрос. Калил имам Абу Мухаммад ибн Кудама фильмугни, сказал имам ибн Кудама в книге Аль-Мугни, «Вальваджибу ассатру бимаестру лаун аль-башара». Обязательным является покрывать кожу такой одеждой, которая закроет цвет кожи, то есть которая не будет различима, какой цвет у человека, цвет кожи у человека. «Фаинкана хафифан ядину лаун аль-джин мин вараими». Если же одежда слишком прозрачная или легкая, так что сквозь нее различается цвет кожи, «Фаю алям баягу ау хамратуху», так что можно различить цвет человека, цвет кожи человека белый или красный. «Хамра» здесь имеется в виду негр, то есть темный цвет. «Лам таджуз ас-салатихи», то намаз в этой одежде не разрешен. «Ланна сетра ла яхсулю бизалик», потому что покрытие не достигается такой одеждой. «Ваинкана ясуру лаунага», а если же цвет кожи покрывается, то есть имеется в виду не различить цвет кожи. «Ваясахуль хилка», но ясыфуль хилка, то есть одежда, через нее все равно видно творение человека. В каком смысле творение человека? То есть различается толстый человек или худой и тому подобное. Это называется хилка. Хилка, то есть его творение. Джазат ас-сала. То такой намаз, какой джаза, то есть действительный. Намаз его действительный. Лианна хаза ля юмкин ат-тахаррузу минху. Потому что обычно невозможно от этого, что этого избежать. Ваникана сафиру сафихан. Сафихан, даже если покрывающая одежда сафих, то есть толстая, грубая. Что здесь имеется в виду? Не имеется в виду, что человек, то есть его тело видно абсолютно, так? То есть сильно покрывает его тело. Нет, имеется в виду. То есть здесь имеется в виду, что какую бы человек одежду ни одел, все равно различается через одежду, где его ноги, толстый он или худой и тому подобное, так или нет? Что касается, если человек прочитал, например, одежду в штанах, так, или в брюках, например, так, что видны его ноги, то относительно этого есть разногласия среди ученых. Некоторые говорят, что его намаз действительно, некоторые не действительно, но все они схожи с тем, то есть их слова похожи на то, что человек берет за это грех. Человек берет за это грех, так как он не покрыл свой аурат должным образом. Другой вопрос, намаз действительный или недействительный. И возможно, что более правильное мнение в этом вопросе, что намаз действительный, но с грехом. Но с грехом, Аллаху акбар.